В ходе осмотра транспортного средства сотруднику полиции выявлены в салоне два ружья зачехленных, более 50 штук патронов, одежда и камень для заточки ножа. В салоне машины были пакет и два мешка, то есть в которых лежали мясо. Да? Все вот эти мешки, пакеты, а также одежда и обувь имели, на всех имелись пятна бурого цвета. В настоящий момент по данному факту в Федоровском районном органам внутренних дел проводится досудебное расследование по статье 337 Уголовного кодекса, то есть незаконная охота.